«Железный город». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. В нашей студии я приветствую Татьяну Пушкареву, руководителя управляющей компании «Территория комфорта». Здравствуйте. Есть такая пословица: о человеке судят не по словам, а по делам. Это можно переложить и на управляющую компанию. Думаю, что давать оценку деятельности управляющей организации лучше всего по ее реальной работе. Вот хотелось бы, чтобы в ближайшие минуты мы поговорили о той деятельности, которую вы осуществляли на конкретных домах по конкретным адресам. Дома находятся не в самом лучшем состоянии. Дома у нас в основном 83-й год, достаточно старый жилой фонд. Необходимо было производить в достаточно большом объеме работу по ремонту инженерных сетей. В частности, допустим, многоквартирный дом по адресу Волкова, 2. При опрессовке системы отопления у нас побежали радиаторы. До сентября месяца мы заменили 53 радиатора в квартирах. Кроме того, находилась достаточно в плачевном состоянии запорная арматура. Кроме того, была сделана уборка подвальных помещений, вывезен мусор. Ну и естественно, работа с гражданами по обращениям граждан, то есть это были кровли, это были фасады, герметизация межпанельных швов, также производилась замена стояков. Непосредственно с собственниками принимаются решения. По Волкова 2 мы провели собрание по переносу сроков капитального ремонта. Сейчас готовятся документы для подачи их в администрацию на комиссию. И вот сейчас по труда 80 у нас также запланированы собрания, где будут вопросы решаться по участию в ППМИ и по переносам сроков капитального ремонта. По Карла Маркса 68 мы непосредственно взаимодействуем с фондом капитального ремонта. Там имеются проблемы после проведения капитального ремонта системы отопления, которые мы сейчас стараемся решить, чтобы исправить, чтобы гражданам было комфортно, и наконец-то они уже избавились от этой проблемы. В общем, насущных дел много, и работа выстраивается в определенном графике с учетом мнения, безусловно, собственников, да? Да. Работа у нас выстраивается непосредственно с собственниками. Я, как руководитель компании, предпочитаю, чтобы на доме был совет дома. Желательно, чтобы совет дома был достаточно активным, чтобы мы могли оперативно с ними согласовывать все вопросы, решать их. И я всегда говорю собственникам о том, что если вы увидели, что у вас где-то что-то, какая-то неисправность, сразу же звоните, сообщайте для принятия оперативных мер. И еще раз давайте напомним, куда стоит обращаться, по каким телефонам связываться с территорией комфорта. Наша компания находится по адресу труда 80А, помещение 1002. Также все вопросы можно задать по телефону 43-72-72 через сайт управляющей компании, там настроена обратная связь, и через группу ВКонтакте. В принципе, также все наши контакты находятся и на ГИС-2, и на ГИС-ЖКХ. Спасибо, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Полезный город.